Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Есть целый ряд блюд, которые сначала советский, а затем российский общепит буквально убил. Например, беляш. Все прекрасно представляют себе этот вокзальный ужас. Или же в Татарстане, в некоторых заведениях общепита можно попробовать беляши, там их называют перемечи, которые съело, сразу отнесете вы к высокой кухне. Вот такая же история и с венским шницелем. То, что иногда предлагается в различных заведениях общепита, есть нельзя. Размокшая панировка, невнятное мясо. Но можно насладиться всеми нюансами вкуса этого великолепного блюда, если приготовить его дома. Ведь что такое идеальный венский шницель? Это нежнейшая телячья отбивная в тоненькой, румяной, сухарной панировке, хрустящей, обалденной, сочной. И чтобы насладиться всеми этими вкусами и хрустящей панировкой, нужно, сняв с огня, сразу в течение буквально 2-3 минут слопать его. Уже буквально через 10 минут панировка потеряет свою хрусткость, шницель остынет, и все будет зря. Так что, если хотите реабилитировать венский шницель в своих глазах, приготовьте его себе дома, самостоятельно. В идеальном варианте вам понадобится телятина с внешней стороны бедра, ну, сек, например. Я, к сожалению, такой не нашел, поэтому взял говяжью вырезку. Она такая же нежная, как телятина, правда, дороже. Раза в 2, наверное. Ну, смотрите, замечательная, правда? Для панировки у меня пойдет мука, панировочные сухари, для лизона сливки, яйца, на гарнир помидор и картошка. Картошку заправлю соусом винегрет. Для нее лук-шалот, лимон и укроп. Укроп обязательно. И масло оливковое экстра вирджин для соуса винегрет. Как без него, правильно? Вообще традиционно венский шницель подавали с картофельным салатом. Сейчас чаще дают жареную картошку или картофель фри. Я хочу предложить свой вариант. Надеюсь, он вам понравится. Молодая картошка пусть варится, а лук-шалот надо мелко порубить, как можно мельче. Цедра половинки лимона в соус пойдет. Сок половины лимона тоже. И теперь оливковое масло, экстра вирджин, ароматное, самое ароматное, какое только найдете. Соотношение примерное на одну часть сока, 3-4 части масла. И посолить. Лук сюда. Так, заправка для картошки готова. Я вам доложу, молодой картофель отварной с соусом винегрет – это такая вкусовая бомба. Теперь с мясом. Кусок надо раскрыть бабочкой, а затем отбивать до толщины в 4-5 мм. Панируем последовательно. Сначала мука, затем лизон, а затем панировочные сухари. Что касается обжарки шницеля, делать это следует либо в топленом сливочном масле, либо в свином жиру. Я буду использовать свиной жир. Его разогреть требуется до 160-170 градусов. И жира должно быть много. Толщина слоя не меньше 1 сантиметра. По сути, ваш шницель должен плавать в жиру. Температура тоже важна. Будет ниже 160, панировка наберет в себя жира, будет невкусной. Будет выше 170, она загорит задолго до того, как шницель приготовится.
Помните, что я говорил? Снятый с огня шницель нужно стрескать буквально в течение 2-3 минут. А значит, гарнир должен быть не только сварен, но и уже сервирован. Чтобы картошка лучше взяла в себя соус, я ее слегка раздавлю. А, горячо. Все, подготовительные процедуры завершены, можно приступать к жарке. Пошла жара. Мясо нежное, да к тому же еще и отбитое, толщина всего 4-5 мм, поэтому готовится быстро. Как только нижняя сторона подрумянилась, переворачиваем. Так, и надо заранее заботиться салфетками для снятия лишнего жира с панировки. Все, думаю, можно снимать с огня. Моментально промокнули шницель и сразу подавать его на стол. Счет идет буквально на секунды. Так, и быстро-быстро сразу в пасть. Хрустит. Нежная. Насыщенно мясная. За счет лизона, который с солью и с перцем, вернее, не лизон с перцем, а за счет соуса с перцем, лизон солоноватый. Мясо тоже такое солоноватое. Классное. Так, и картошечка. Картошечка с вот этим соусом винегрет. Слушайте. На мой взгляд, волшебное сочетание. Все-таки жареная картошка или картофель фри жирноват к такому мясу, мне кажется, по вкусу. А вот такая картошка, она тоже жирная, конечно, за счет вот этого самого соуса, там сколько масла-то вбухал. Но ощущение от этой жирности, вот этой жарености такой нет. Поэтому, на мой взгляд, очень классное сочетание. Соленый кисло-лучно-укропный соус с хрустящей панировкой, с мясом. Слушайте, это да, это совершенно другое дело. Не то, что в общепите. Поэтому дома готовить надо. И если кислоты не хватает, берете лимончик, поливаете еще сверху шницель и трескаете. Но любая кислота, она как бы немножко уменьшает ощущение вот этой излишней жирности. И поэтому это классно. Обидно за общепит. Так портят там такие классные блюда. Короче, готовьте. И наслаждайтесь вкусами. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, за дизлайки. Нажмите колокольчик, помните, да? Чтобы пришло вам уведомление о выходе нового видео. Хотя новое видео у меня на канале выходит уже почти 4 года. По понедельникам и по пятницам в одно и то же время. Спасибо за компанию. Всем пока. Еще шницеля. Хрустящего. Классно.